быть в физической форме, быть готовым прийти на помощь людям. Это основная задача для сотрудников органов внутренних дел. Новый спортивный комплекс открывает такую возможность. На 3500 квадратных метров скоро появится всевозможный инвентарь, спортивные сооружения и современные тренажеры. Заниматься здесь смогут не только сотрудники МВД. Наш 17500 коллектив, который составляет сотрудников области, это плюс такой мультипликативный эффект ветераны органов внутренних дел, плюс члены семей, дети, плюс наша детская академия. Я надеюсь, мы здесь найдем возможности и устроить занятия для секции с трудными подростками. Новый физкультурно-оздоровительный центр имеет большое значение не только для южноуральских сотрудников правопорядка, но и для региона в целом. Здесь планируют проводить масштабные соревнования. А расположение такого комплекса в центре города просто обязано мотивировать челябинцев вести спортивный образ жизни. Если изначально нацпроект предусматривал чуть больше половины от населения, сейчас задача ставит 70% вовлекать в постоянное занятие спортом. И речь идет о всех жителях региона, вне зависимости от специальности, профессии и так далее. Полную силу ФОК заработает после новогодних каникул. Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1.